Так, народ, здравствуйте. Вот, в общем, еще раз снимаю. Это Дом прав человека. Какие здесь права, если мое дело не рассматривается в Пресненском суде города Москвы, улица Зоологическая, дом 20. На каком основании мое дело 02-10735/2023 не передается в Верховный суд? Тогда как полномочия Верховного суда, согласно Федеральному конституционному закону 3 от 05.02.2014 года, в том числе и рассмотрение вопросов, связанных с международными договорами и нормами международного права. А Пресненский Верховный суд не подает мои документы в Верховный суд России, улица Поварская, дом 15. Я требую, чтобы мое дело передали в Верховный суд на рассмотрение. Дом прав. Вот. Где дом прав? Какой дом прав? Я требую уволить Москалькову, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Она недостойна этой работы. Потому что она грабит меня и грабит мою семью. Бездействует, не отвечает на мои обращения по существу. С выемкой всей документации с Верховного суда и Пресненского суда.